Здравствуйте, меня зовут Анна Глезова, я агент по недвижимости. Сегодня мы находимся в Покрикове, и я бы хотела вас пригласить в большой дом, который рассчитан на две семьи. Деревня Покриков находится в Пардубицком крае, в окресе Хрудим. Она расположена на пологом холме в 8 километрах к югу от Скучи и всего в 10 километрах к северо-востоку от Глинска. В селении есть муниципальное управление, библиотека, спортивная и детская площадки. Продуктовый магазин «Кооп» находится всего в нескольких метрах от дома, а детский сад – в 3 минутах ходьбы. В деревне очень активная добровольная пожарная команда. Семейный дом для 2 поколений под номером 43, в который я хотела бы вас пригласить, находится менее чем в 200 метрах от муниципального управления. К нему ведет асфальтированная дорога общего пользования, где есть место для парковки. Общая площадь участка – более 750 квадратных метров. Он полностью огорожен. И несмотря на то, что в саду есть фруктовые деревья, декоративные кустарники и теплица, там все еще достаточно места для бассейна и большого батута. А теперь я предлагаю вам пройти в дом, который продается полностью меблированным. Соберите свои личные вещи и можете въехать. Безусловно, вы оцените местную природу. Вокруг Покрикова она поистине прекрасна. Любители пеших и велосипедных прогулок по достоинству оценят множество велосипедных дорожек. Например, маршрут номер 4122 в Шебейслав-Дащице проходит всего в 15 метрах от ворот. В семейную поездку можно отправиться в деревню Пшедграде, расположенную менее чем в 10 километрах. Здесь вас ждет прекрасный замок Рейхенбург. Затопленный карьер возле Сырни находится в 15 километрах от Покрикова. И это один из самых известных карьеров. Сегодня он служит тренировочной площадкой для дайверов. Пекло-чертовина в 7 километрах от, возможно, вашего нового дома непременно понравится вам и вашим детям. Это уникальный развлекательный центр, единственный в своем роде в Европе. У чертиков приготовлена интересная программа для посетителей любого возраста. Любители зимних видов спорта по достоинству оценят отправную точку лыжной трассы Свратка, которая находится в 15 минутах езды. Горнолыжный курорт Глинско находится всего в 11 километрах, а горнолыжный курорт Трьохва Кам'яниці – менее чем в 20. Что касается транспортного сообщения, то примерно в 500 метрах от дома мы можем сесть на поезд, идущий в Пардубице через Хрудим или в другую сторону, в Глинско. Автобусная остановка находится всего в нескольких шагах от дома. Все удобства доступны в соседних деревнях, а для более крупных покупок нужно будет поехать, например, в Скутач. Дорога на автомобиле займет туда не более 1/4 часа. Если вам дом в Покрикове понравился, позвоните мне или напишите имейл, и мы обязательно здесь встретимся. Всего самого доброго. Анна Глезова.